Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Главная зеркальная дата года. 2 февраля 2024 года. Этот день подарит удачу всем. В сегодняшнем видео вы все узнаете. Зеркальные даты – это дни особой духовной и эзотерической силы. В главной роли тут выступают цифры, когда число, месяц и год фактически отражают друг друга. То есть расположены зеркально, отсюда и название. Во-первых, это выглядит привлекательно, а во-вторых, очень мистично и волшебно. От подобных дат не зря ждут чего-то особенного, ведь числа занимают немаловажное место в магии. Тут можно говорить и о нумерологии, и об общей числовой символике. В 2024 году зеркальных дат будет немало, но наиболее ярко идет это 2 февраля. Считается, что если в этот день начать какое-то дело, оно непременно получится. Это касается и прибыли, и творчества, и любовного интереса, и примирения с врагами. Словом, человек однозначно добьется успеха. В эту необычную дату события могут измениться в лучшую сторону. Это поворотный момент, который нельзя упускать, но пользоваться им. Поверье связано с зеркальной датой. Она приносит удачу. Следовательно, если человек родился в такой день, ему во многом повезет. Возможно, это будет понемногу во всех жизненных сферах. Но в большинстве случаев это какая-то конкретная направленность, например, финансовая. Она способна реализовать мечты. Если просто думать о чем-то, можно долго фантазировать, то так ничего и не сделать. А вот если загадать зеркальную дату, желание исполнится достаточно быстро. Самое главное – написать его на бумагу, а листок спрятать подальше, чтобы никто посторонний его не нашел. Иначе он может отобрать удачу и присвоить ее себе. Она обладает энергетическим потенциалом. То, что принято называть сильными днями, в частности, маги, колдуны в такие дни особенно тщательно работают, потому что все ритуалы срабатывают быстрее положенного. Также можно заряжать вещи, заговаривать воду, задавать себе определенную программу при помощи медитации или йоги. Она дарит гармонию. Это касается не только взаимоотношений с противоположным полом или родственниками, но прежде всего правильного отношения к самому себе. Если у человека нет безмятежности наедине с собой, то и с другими он будет раздражительным и беспокойным. В зеркальную дату нужно пересмотреть собственные представления о жизни, помечтать, переосмыслить. Это будет отличным стартом в будущее. Зеркальная дата 0202 идеально подойдет для разрыва старых и ненужных связей, которые мучают и тяготят. А после этого приступать к созданию чего-то принципиально нового, противоположного. Это и приятное знакомство, и самообразование, и переход на другую работу. Приметы, связанные с зеркальной датой. Увидеть себя в зеркале случайно – к положительным переменам. Если произнести вслух сокровенное желание, оно исполнится. Надо быть осторожнее в словах, потому что небо открыто и все слышно. Нельзя желать другому человеку плохого, даже если он действительно этого заслуживает. Сказанное может быстро осуществиться, а это очень плохо. Тем не менее, любое жизненное событие может быть скорректировано, то есть человек самолично выстраивает свою жизнь и судьбу, а звезды высшей силы лишь дают ему определенную установку, и при помощи цифр в том числе. Но бездумно надеяться только на зеркальные даты и ждать от них невероятного волшебства тоже нельзя. Надо жить собственным умом. Люди могут менять события, принимать другие решения и прочее. По сути, зеркальная дата – это лишь небольшой энергетический импульс, на который можно лишь ориентироваться. Любые начинания зависят от настроя самого человека. Начать новый проект, познакомиться с женщиной, мужчиной, встретиться со старыми друзьями. Наладить отношения с родней. Важно, чтобы настрой был искренним и сердечным, а не потому, что так нужно сделать в дату с отражающими цифрами. Как себя вести в такой день? Во-первых, нужно быть внимательными к символам, которые встречаются на пути. К сожалению, многие этого не замечают, а ведь это своеобразное послание от высших сил. Если человек это заметит и правильно истолкует, ему непременно повезет, причем в ближайшее время. Во-вторых, надо энергетически открыться. Это тоже непросто, ведь люди привыкли закрываться и физически тоже, не позволяя себе прочувствовать происходящее. Полезно выйти на улицу, отправиться в тихое место. Благодаря этому наступит контакт с космосом, а уж как получать информацию, каждый чувствует самостоятельно.
Это могут быть и неожиданные мысли, случайно пробежавшие животные и найденные деньги. Во всем есть скрытый мистический смысл. Просто не все готовы это понимать и принимать. В-третьих, есть немало запретов. Например, надо избегать любого конфликта, даже мелкого. Никаких ссор, сквернословия, проклятий. Все это зеркально вернется на того, кто проклинает. Любые начинания – это не повод спешить и немедленно выполнять. Наоборот, Вселенная на зеркальную дату дает ответы медленно, словно обдуманно и осторожно. Не стоит спешить и волноваться, а также впускать в свою жизнь негатив. В-четвертых, зеркальный день идеален для встречи с близкими. Не стоит находиться одному, особенно дома. Надо выходить, радоваться, улыбаться, нести в мир позитив и добро. Тогда это вернется и самому человеку в той мере, которая ему необходима. Практика на исполнение желания. Зеркальная дата – 2 февраля. Это идеальный вариант для загадывания и исполнения заветных мечтаний. Для этого можно использовать следующие действия. Медитация, молитва, погружение в себя и мысленный диалог. Открытие сердца. Считается, что надо впустить в себя любовь, гармонию, спокойствие и безмятежность. Уборка в доме с применением эфирных масел или заговоренной соли. Это полностью очистит помещение от негатива и поможет всему дому засиять новыми красками. Желательно украсить центр гостиной красивыми цветами. Обязательно живыми, ничего искусственного. Чистка чакр и настройка энергетического поля. Для этого не обязательно приглашать специалиста, а вполне можно сделать все самостоятельно. Для этого зажигаются свечи, лучше разноцветные, но без темных оттенков. Благовония. Что сделать, чтобы исполнилось желание? Сесть в комфортной позе, закрыть глаза, вслух произнести то, о чем мечтается. Мысленно представлять, что все уже осуществилось, и вести себя соответствующим образом. Для усиления желаемого можно использовать красную свечу, чтобы догорело до конца, миску с чистой водой. Некоторые люди заговаривают жидкость, после чего выпивают. Делать это надо с максимальным участием сердца. Чувствовать, выпитое каждой клеткой, представляя сбывшееся желание. В случае со свечкой представить, что желание растворилось в огне и теперь горит. Можно визуализировать мечту драгоценный камень. Берется любое украшение и повторяем. Мое желание сбылось. И чувствуем, как по телу распространяется тепло и спокойствие. Таким образом, зеркальная дата 2 февраля. Это действительно интересная и уникальная возможность провести несколько ритуалов, связанных с исполнением задуманного. Также это энергетически сильные дни, помогающие настроиться на гармоничные мироощущения, что-то переоценить и переосмыслить. Также в эту ночь обязательно, когда будете ложиться спать, проговорите свою мечту, проговорите свое желание. А потом просто скажите такие слова. Волшебная ночь наступила, все мои желания мне подарила. Говорим один раз, и все. Будьте уверены, что ваши мечты начнут исполняться.